Так, для тех, кто не спит, 2 часа 45 минут 24 ноября 2014 года. Только что завершились переговоры с Евгением Плетаевым. Посмотрите в интернете. Школа молодого миллиардера. Предлагается выпустить алюминиевую банку. На алюминиевой банке размещается логотип бренд «Пространство любви». С любовью, благодарностью. Внутри банки находится чистая питьевая вода в нескольких номинациях: замороженная, размороженная, незамороженная чистая байкальская вода, либо горных ледников. И сверху крышка одноразовая. Когда у тебя есть это, каждая девушка тебе даст. Такое продвижение, как вы считаете, вам понравится? Я не слышала все. Евгений Полетаев, журнал Forbes, школа молодого миллиардера. То, что закончились переговоры, он меня подвез. Предлагается выпуск в алюминиевой таре. Чистая питьевая вода из России. На всех языках мира. С любовью, благодарностью. Шильдик Путина, глобальная волна и одноразовая крышка. То есть ты с собой носишь, путешествуешь по миру, у тебя есть крышка. И в любой части ты можешь подойти к другому человеку, попросить воды в банке. И он тебе дает, не боясь, что ты заразишь его. Потому что у него своя собственная индивидуальная пластиковая такая крышечка. Ну, некий продукт. К стоимости продукта это прибавляет совсем малую стоимость. Но определенная часть идет на благотворительность, на детские дома, на оздоровление, ну, в общем, на эту целевую программу. А определенная часть идет на создание ежемесячного джекпота. Понимаешь? Вот так. Все нормально. Вот. По-моему, идея отличная, но, правда, круто. Немножко имидж России нужно будет почистить, корректировать, потому что... Не надо? Идея, в принципе, съемной крышки отличная. Хорошая? Ты подтверждаешь? Подтверждаю. Другой вопрос имидж России, что у тебя чистая питьевая вода в России. И что? С любовью и благодарностью. Путин. Самая сильная фигура по миру распространяет. В собрендирование включается позиционирование продукта из России. Самое нужное людям это вода, кристально чистая вода. И Владимир Владимирович всем своим действием. Ты нашла сушеную морскую капусту. Это для суши. Отлично, да, это и нужно. Хумуса нету? Нет. Хумуса нету. Звонил я в пространство любви Черкасову, говорю, давай разливать воду в алюминиевой банке. В пространство любви с любовью и благодарностью. И с этой крышкой. Он круто. Говорит, что с меня? Что надо? Ну он так вот запасен. Да. Он говорит, что надо? Я говорю, пока ночь поспи, пока ничего не надо. Пока сразу что надо? Я говорю, пока перевари. Молодец, ну все, пока стоп. А, и на вечеринке. Что говоришь? И на вечеринке чистые алюминиевые банки, на которых с любовью и благодарностью, и внутрь бармены могут разливать свежевыжатые соки. А карточная карта есть? Нету. Давайте приобрести. А что она дает? Вот эти бонусы, потом есть специальные акции. Ну так вот, дорогие друзья. Спасибо. Данный продуктовый набор стал возможен только потому, что вы переводите средства на эту карточку, с которой мы сейчас 96. Произведем расплату. В прямом эфире. В общем, идея с алюминиевой банкой как? И вода. Съемная крышка отличная. Съемная крышка хорошая. Там, да, алюминиевая, вот это все, это как бы обсуждается, там объем, ну, по какой будет. Угу. По 250.
250, может, как авторство, но не стоит. Стоит. Отлично. Итого сумма 666, слушай. Нет, я еще не пробивал 250. Да, конечно, пробивайте, конечно. Да что, гуляем на народные средства-то. Ярослав Атович, конечно, это же... Все, можно вставлять? Да. Как ее? Давайте в рюкзак положу, там поймем. Ничего страшного, она все равно будет съедена. Она же не на суши берется, ее так все. Не пойдет в банке просто морскую капусту? Совершенно другие вкусовые ощущения. А вытащите карту. Все нормально, у вас прошло? Ну все, стоп.